Дезертир и сайт видеогеймплей.ру представляет. Всем привет, мои дорогие друзья, как всегда с вами я, Дезертир, и это вот снова прохождение Warhammer Dawn of War. Мои знания в вашем распоряжении. Да, он великолепный. Так. Ребята молодцы, все чинят. Прям супер. Будьте осторожны, братья. Враг близко. Мы попали под плотный огонь противника. Я жду вашего приказа. Да, повелитель. Как пожелаете. Моя цель — служение. Давайте попробуем ведь помочь нашей пушке не упасть. Да, лорд. К сожалению, на строительство, точнее, на... Ну да, на строительство и на починку уходит довольно много энергии. Да, поверите. В связи с чем зарабатывать ее в этот момент нельзя. Сегодня так. Враг познает смысл слова «страх». Воистину, еще один прекрасный день в истории Империи. Направьте нас на врага! Чужак, мутант, так, еретик. А что вы стоите-то, ребят? Берегись! Вот прибыл ваше расположение. Первый шаг на пути к разочарованию. Хвала императору! Будьте бдительны, братья! Сегодня враг познает знание смысл слова сила. «страх». Умей его скрыть. И в чем прикол? Сегодня враг познает смысл слова «страх». Есть! Приказ принят! Вперед к славе! Сегодня враг познает смысл слова «страх». Приказ принят. Выдвигаемся. Ну ладно, будем надеяться, что мои ребята все-таки выйдут, а то они что-то там заблудились и не могли выйти. В вашем распоряжении. Здесь же мы сделаем. Я думаю, этого будет вполне достаточно для начала. Такого отряда. Который, в принципе, будет удерживать позицию. Так. Воистину, еще один прекрасный день в истории Империи. Нас расстреливают! Бойтесь нашего гнева! Ну, вроде довольно неплохо пока получается. Приказ принят. Выдвигаемся! Вперед к славе! Выдвигаемся! Собственно приказ говоря, принят! Что нам здесь надо Бойтесь сделать? Нашего гнева. Да уничтожить эту грёбаную базу и захватить вот здесь кто все, воюет что со можно. Мной плечом к плечу, мой брат! Необходимо развернуть передовой форпост для ускорения доставки десанта на поле боя. Нам понадобятся все силы для того, чтобы уничтожить вождя войны и его клан. Сегодня вы можете строить термогенератор. Они вырабатывают гораздо больше энергии, нежели чем обычные генераторы. Знание есть сила. Умей его скрыть. И это я помню. То, что они намного полезнее и вырабатывают больше энергии. В общем, наконец-то я добрался до этого места. Я жду вашего приказа. Все, я ребят, здесь для того, чтобы сюда. Служить. Вы, как ты, скажете, и ты. Схема строительства 721 запущена. Построите вот эту фигню. А что вы, молодые угодно. Ребята, будете атаковать. Да, враг атакует. Как ой. Пожелаете, подчиняюсь. Направьте нас на врага. Да, лорд. Да, лорд. Да, повелитель. Что угодно. Черт. Да, о великолепку. Страх повергает веру. Захватить и укрепиться. Черт, я решился его. Славьте вечного императора. Так, ладно.
Я здесь для того, чтобы служить. В общем, как вы видели, я только что лишился одного из своих строителей, что не может быть хорошим знаком. Подчиняюсь. Но зато наконец-то сейчас построю вот здесь вот одну из добыч. Так, впереди нас ждет два довольно крупных отряда. Это проблематично довольно-таки. За императора! Строительство начат. Вера, наш щит. Оружие к бою готово. Враги империи будут против уничтожены. Приготовиться к атаке. Направьте нас на врага. Будьте бдительны, братья. Надежды — первый шаг на пути к разочарованию. Ожидаю приказаний. Направьте нас на врага. В небеса! Да, мой командир. Собственно, что говорить? Оружие к бою готово. Давайте попробуем. Направьте нас на врага. Всегда бдительны. В вашем распоряжении. Точки сбора. Наша задача сейчас сохранить этот отряд. Мы готовы. Потому что второго такого у нас отряда нету. Как только будет два бойца, я думаю, можно отступать. Опа. Не давать его убить. Откроется в боевой порядок. Наша вера поддерживает нас. Вера наш щит. Отлично. Мы готовы на задание. Молодцы вообще, ребята, мне нравится. Невиновных. Есть лишь разные степени вины. Есть! Бойтесь! Так, наша нынешняя задача просто пройти вперед аккуратно. Я жду вашего приказа. Здесь же я жду вашего приказа. Схема строительства 721 запущена. Хотя на самом деле давайте лучше построим еще один оплот веры. Черт, уровня влияния недостаточно. Служение. Тогда просто достроим форпосты. Да, мой командир. Так, еще тогда мне нужно в идеале еще один человек, который должен сюда прибежать. Так, здесь МП. Здесь отряд. Что ваше здесь? Желание? Храмина. Да, лорд. Я здесь для того, чтобы служить. Термогенератор. Блин, необходимо 495 единиц. Недостаточно да, на данный момент. Мои знания в вашем распоряжении. Так, ну так как здесь ребята почти полностью восстановились. Изграть! Уничтожить! Пробуем немножко перейти реку. Вперед! Слави! Оружие к бою готово! Надежды первый шаг на пути к разочарованию. Приказ принят. Оружие к бою готово! Бойтесь нашего гнева! Очистить! Изграть! Уничтожить! Я готов. Оружие к бою готово! Так. Выдвигаемся! Во славу империи! Расстреливаю! Открытый разум, это крепость с открытыми вратами. Я готов. Будьте бдительны, братья! Ладно. На данный момент все более-менее проходит, окей. Есть. Приказ понят, мы готовы. Вы, ребята, будете как раз захватывать. Используем 23-е построение. Нет, нет, нет. Тут лишь разные степени. Так, нам в любом случае надо убить обоих, так что... Без разницы. Нет, нет, нет. Атакуем согласно приказу. Власти вечно. Наглые роботы. Наша вера поддерживает нас. Вера наш взвод разбит. Надежды первый шаг. Наш взвод разбит. Перегруппировывается. Не врите, взвод не разбит. Под огнем! Все. Будьте бдительны, открытый братья! Разум — это крепость. Отлично. С открытыми вратами. Приказ принят. Будьте Итак, бдительны, братья! Здесь все сейчас достроится.
Да, о великолепный. Ты иди строй сюда. Я здесь для того, чтобы служить. Ты построй. Подчиняюсь. Как скажете. Будьте осторожны, братья. Враг близко. Во славу императора! Так. Да, о великолепный. После этого построй, дружина, знаешь что? Вот Йенту вот фигню. Пока там как раз люди дойдут, здесь он сейчас достроит, и я могу уже поставить. Ну. Давай, завершай строительство. Отличненько. Схема строительства 721 запущена, да, лорд? Почему ж ты не можешь... Как пожелаете. Поставить, а нет. Процесс строительства начат. Молодцы. Так. Я готов. Че, ребят? Вперед, все готовы, все пошли. Вперед, слабе! Оружие к бою готово! Разобьем же орков. Стараюсь сейчас как можно быстрее завершить уже эту миссию. Вперед, слабе! Приказ понят, брат. Очистить! Изгнать! Уничтожим! В атаку! Так, готово. Есть! Бойтесь нашего гнева! Бойтесь нашего гнева! Есть! Приказ принят! Приготовиться к атаке! Вперед к славе! Приготовиться к атаке! Есть! Приказ понят, брат! Приготовиться к атаке! Посмотрите на это чудовище! Объявляю о них ходит атаку. Столько легенд, но сам я не видел ни под одного. Старайтесь сосредоточить огонь на этом монстре. Это само собой. Пусковые установки «Вихрь» — наша самая дальнобойная артиллерия. Пусковые установки могут быть заказаны в храме бога машин. Я готов. Но у меня есть маленькие проблемы, да? Поистину, еще один прекрасный день в истории империи. Например, с тем, что эта тварь реально нас хочет убить. Что я должен сделать? Служба не ждет. Понял. Во славу императора! Мы готовы к испытанию. Мы изменим вашему распоряжению. Атакуем противника. Мы стреляем лишь разные степени вины. Так. Наша вера поддерживает нас. Все, прощается с отрядом. Знание есть сила. Умею его скрыть. Знание есть сила. Точно в городе. Все, я, кажется, здесь довольно сильно потерпел. Обратно в бой, отступаем. Отступаем, друзья мои, для перегруппировки. Надежда первый шаг на пути к разочарованию. Мне не победить. Открытый разум — это крепость с открытыми глазами. Надежда первый шаг на пути к разочарованию. Нет невиновных, есть лишь разные степени вины. Наша вера поддерживает нас. Открытый разум — это крепость с открытыми глазами. Враг
Давайте хотя бы добьем эту тварь. Я на ней потерял столько своих бойцов. Надежда первый шаг на пути к ключевой. Мне показалось, что я услышал нотки неуверенности в вашем приказе. Лишь уничтожение наших врагов. Беги, идиот! Мне показалось, что я услышал нотки неуверенности в вашем приказе. Итак, мне нужно пару вас. Боевой дух взвода восстановлен. Мы избраны императором. Избавьте вас, господи. Да, мой командир. Ну же. Враги империи будут уничтожены. Страх повергает веру. Ожидаем приказаний, братья. Ждем. Ждем, еще раз ждем. Наша задача сейчас восстановиться. Я думаю, вы это понимаете. Потому что невосстановленными отрядами нападать довольно сложно будет. Я жду вашего приказа. Да, о великолепный. Я пробудился. Я лишь орудие его воли. Во имя императора! Во славу императора я не подведу. Надежды первый шаг на пути к разочарованию. Братья, сегодня враг познает смысл слова страх. Победа мы одна на всех. Мы избраны императором. Ожидаю приказаний. Ну что ж, мы почти восстановились. Где-то здесь должен идти наш весельчак. Я служу даже смерти. Вот он говорит, что он пробудился, все круто. Врача! Я лишь орудие его воли. Вера наш щит. В вашем распоряжении. Ой-ой-ой. У меня выжил... Давайте. Атака. Атака, ребята. Добейте эту скотину. Дочь сбора. Да что же он такой сильный-то? Мы готовы к испытанию. Давайте, ребят, чуть-чуть, ну. Вера наш щит. Отступай, отряд. Для перегруппировки. Сила. Мой разум собран и готов действовать. Я пробудился. Это крепость с открытыми законами. Знание есть сила. Умею. Да, вы это сделали, красавцы. Бойтесь нашего гнева. Враги империи будут уничтожены. Ну что ж, теперь наша очередь наступать, не так ли? Вера вечна, я раздавлю тех, кто противостоит мне. Славьте вечного императора. Уничтожим же наших врагов, друзья мои. Врача! Надежда первый шаг, мы должны их убить. Он же шупертый танк, а? Вера вечна, именем его. Тебе конец. Наконец-то война. Приказ понял, брат. Вперед к славе. Во славу империи. Назад. Точки сбора. Перегруппировываемся. Лучше умереть за императора, чем жить ради себя. Наконец-то война. Так, еще Вера один подошел, вечна. Отлично. Я служу даже в смерти. Умри, умри, умри! Назад! Вера вечна. Приготовим заказание. Я лишь орудие его воли. Мне не победить. Я вновь готов служить. Я служу даже в смерти. Я служу даже в смерти. Убить и перегруппироваться. Тебе карьера вечна. Обратно в бой. Я скоро там буду.
Я долго ждал этого дня. Умри, Пикан, умри, умри! Вера вечна. Я долго ждал этого дня. Я служу даже в смерти. Наконец-то война! Именем его! Перегруппировывается. Я уничтожаю нечисть. Я уничтожаю нечисть. Я лишь орудие его воли. Вера вечна. Гори, еретик! Гори, еретик! Вера наш щит. Берем славе. Что вам угодно. Лучше умереть за императора, чем жить ради себя. Так. Наконец-то война. Теперь я думаю, что все пойдет отлично. Я тут только что заметил, что у меня микрофон был выключен. Наконец-то война. Я долго ждал этого дня. Я долго ждал этого дня. Наконец-то война. Именем его! Именем его! Приказывай! Ко мне, братья! Вот я раздавлю тех, кто противостоит мне! Лучше так, умереть за императора, идем. Чем жить. Вступление полномасштабное. Я лишь орудие его воли. Я пробудился. Уничтожим их всех. Именем его! Приказывай! Приказывай! Так, мне еще нужно, насколько я помню, улучшить вот эту фигню. И здесь улучшить вот эту фигню. Я служу даже в смерти. Так. Вера вечна. Я скоро там буду. Лучше умереть за императора, чем жить ради себя. Я вновь готов служить. Направьте нас на врага. Наконец-то война. Я не буду. За императора. Я служу даже в смерти. За землю. Так, вступаем все еще. Вступаем. Наконец-то война. Солдаты, отступаем. Приказ принят. Вера вечна. Обратно в сердце. Вера вечна. А вот мы десант. Вперед. Пытаемся. Я служу даже в смерти. Я служу даже в смерти. Я поведу вас в битву. Моя рука наконец-то война! Спят. Лучше умереть за императора, чем жить ради себя! Космодесант, вперед! В атаку! Космодесантники не отступают! Будьте бдительны! Я вновь готов служить! Там сзади кто-то пытается пойти тоже в атаку, но... Я служу даже в смерти! Перегруппировывается! В атаку! Вот, в итоге не такими уж и большими, скажем так, партиями людей я успел это сделать нормально более-менее. Наконец-то война! Выдвигаюсь! Наконец-то война! Давайте установим. Ко мне, братья! Выдвигаюсь! Дайте мне войну! Скажем так, я уничтожаю бойцов. Нечисть! Наконец-то война! Ко мне, братья! Я раздавлю тех, кто противостоял лишь орудию его воли. Я уничтожаю нечисть. Наконец-то война! Так. Что-то мне не нравится. Определяю цели. Ну, вот этот паренек. Я служу даже в смерти. Наконец-то война! Именем его! Я раздавлю тех, кто противостоит мне! Вот прибыл в ваше расположение. Так. Я лишь орудие его воли. Пока все. Я лишь орудие его воли. Подбегаем поближе. Ордена. Я поведу вас в битву. Без страха. Вот прибыл в ваше расположение. Вперед. Так. По моему слову, в атаку! А
отличнейшим образом успел уничтожить здание по производству ненужных роботов. Прикатывай. Следуйте за мной. Я пробудился. Я служу даже в смерти. Ну, давайте, ребята, уничтожайте этот гребаный отряд. Отлично. Я лишь орудие его воли. Давайте развесемся. Вера и долг. По моему слову, в атаку. Понял. Вера и долг. По моему слову, в атаку. Так, в целом все более или менее отлично. В вашем распоряжении. Приказ принят. Очистить искра. Сегодня уничтожить. Я приказываю. Я служу даже в смерти. Я долго ждал этого дня. Гори, еретик! Ну, я думаю, в принципе, все нормально получилось, более-менее. Тем более, даже если мои войска сейчас потерпят каким-то чудом поражение. Я вновь готов служить. Отправляю воздух своим дыханием. В принципе, у меня уже на подходе еще другие войска, поэтому... Ожидаю приказаний. В целом, все должно быть нормально. Так. Вера вечна. Я вновь готов служить. Оружие к бою готово. Я пробудился. Приказ понят, прав. Я лишь орудие его воли. Приказ принят. Направьте нас на врага. Оружие к бою готово. В вашем распоряжении. В принципе, я даже не знаю, что здесь еще можно сделать. Потому что, по идее, я... Мы готовы к испытаниям. Всем убил. Мы попали под плотный огонь противника. Приказ понят, прав. Вера вечна. Вера вечна. Я уничтожаю нечисть. Мы избраны императором. Я вновь готов служить. Вера вечна. Приказывай. Гори, еретик! Что здесь еще можно? Возможно, где-то здесь есть еще одна часть базы. Давайте так. Вера вечна. Приказ выполнен. Лучше умереть за императора, прекратим чем жить ради себя. Флага. Вера вечна. Я вновь готов служить. Возьмем с собой всех этих юнитов. Вера вечна. За императора. И направим уже вот сюда. Да, лорд. Я жду вашего приказа. Что угодно. Я лишь орудие его воли. Приказ принят. Я служу даже в смерти. Так, еще вот этих двоих. Я лишь орудие его воли. Тебя и... Наконец-то война! Выдвигаемся! Все? Бойтесь нашего гнева! Я лишь орудие его воли. За императора! В атаку! Мы попали под плотный огонь противника! Вера вечна! Да, я был прав, я уничтожил вот здесь вот. Атаку! Лучше умереть за императора, чем жить ради себя. Приготовиться к атаке. Я лишь орудие его воли. Вперед, слабе! Приготовиться к атаке. Ну что ж, мы, в принципе, выполнили все, что можно. Я вновь готов служить. Я лишь орудие его воли. Я думаю, навряд ли что-то еще можно сделать будет. Я вновь здесь готов служить. А вот. Приготовиться к атаке. Приказ принят. Я вновь готов служить. Вперед, слабе. Так, убейте. Возведите второй оплот веры. Дополнительное задание. Наконец-то война! Приказывай! Убейте вождя войны и уничтожьте его базу. Ну, вроде бы все, нет. Что, еще где-то что-то есть?
Приказ понят, брат. Вот. Приказ принят. Бойтесь нашего. Давайте пока гнева. Наши ребята я будут. Я жду вашего приказа. А возводить второй оплот как веры. Как можно быстрее. У них это быстро получится. Мы избраны императором. Тем временем я как раз дойду примерно до туда. Вера вечна. Я лишь оружие враги. Его воле. Оружие к бою готово. Оказывается, я, например, здесь не... Нас не остановить! Не изучил кое-что. Очистить! Изгнать! Уничтожить! Я лишь орудие его воле! Давайте еще убьем вот это место. Пусть убийцы попадают под плотный огонь противника! Выдвигаемся! Бойтесь нашего гнева! На, даже не знаю. В принципе, здесь все сделано, я уже... уже... ничего не смогу добить, кроме как вот этого... вот это место. То оплот веры я даже не успею толком поставить. Все, я все сделал. Я не успел поставить оплот веры, но зато выполнил, в принципе, миссию. И на этом все. С вами был, как всегда, Дезертир. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Всем удачи. Пока-пока. Брат Тантиус? Сожжен вплоть до невозможности восстановления генетического семени, как и брат Микаэль. От их тел ничего не осталось, даже пепла. Они выгорели изнутри. Что-нибудь еще? Вождь войны орков убит, но мы увидели взлетающий транспорт. Капитан, он нес изображение восьмиконечной звезды. Знак разрушительной силы хаоса. Силы хаоса? Здесь? Сейчас? Тартарус уже пережил несколько темных нашествий чудовищных избранных воинов хаоса. И это было бы странным совпадением, если бы орки и воины хаоса оказались в одном и том же месте в одно и то же время. Но я верю глазам наших разведчиков. Изидор, ты чувствуешь что-нибудь? Нет, я ничего не ощущаю. Но причина гибели брата Тантиуса, скорее всего, указывает на то, что с ними был чернокнижник, который мог укрыть их присутствие от наших глаз. А помехи, которые идут от орков, сильно облегчили ему задачу. А, прибыл наш дорогой гость. Кто это? Инквизитор Мордехай Тот, хранитель божественной воли и слова императора. Он здесь, чтобы принять командование на себя? Власть Инквизитора практически безгранична. Да, он может повелевать любым подданным империи, будь то простой крестьянин или губернатор планеты. Однако... Я не отдам под его начало своих десантников, кто бы он ни был. Тогда почему он здесь? Он подозревает кого-то из нас в ереси? Он Инквизитор. Подозревать всех и каждого — его обязанность. Если хаос протянул свои щупальца к этой планете, тогда присутствие Инквизитора объяснимо. Мы должны рассказать ему о том, что видели. Добро пожаловать на Тартарус, Инквизитор Тот. Благодарю вас, капитан. Но у нас нет времени на любезности. Вы и ваши люди должны покинуть планету. Немедленно!